Работать-то один, наверное, будет, не? Нет, там супер стоит. Да, с другой стороны. Значит, может быть один. А может и вот эти два как бы. У нас последний трюм. Я так сколько понял. Пятый трюм погрузки. Да? Да. Ну, значит, тогда эти два крана. В общем, сейчас встанем в самую корму, еще жопа торчать будет. Потому что если брать один кран, то жопа. До утра можно так висеть. Но у них там все зависит, какой размер этот. Нет, у них зависит. У них же крановщики здесь не судовые. Будут работать. Да, приглашают этих, как я понял, поляки приезжают. Эта компания приглашает, я говорю. Чей груз может быть или как-то. Да. И все, вот они приезжают, на кранах садятся. Что, говорят, все русские на этом. Балдирик. Ну, а нет, куда знать, не знаем. Да. Русские это не значит, что русские. Если там украинцы, это жопа, блядь. Да нет, с украинцами работал нормально. Ну, не, не. Есть, конечно. Да и из русских тоже есть всякие люди. Из украинцев. Моряков вообще не должно быть. Национальность, правильно? Ну, конечно, конечно. Это как и мотоциклист. Это самое основное. Такое метров 250 где-то. 200. Я говорю, метров, наверное, 250 где-то. Не больше. Да, может даже около 200. Максимум 250. То я смотрю, что-то мы, да, половину походу судна сейчас займем. Так кажется. Белая роба у штурманов, все как положено. Ой, бля. Это в Вишибе только такое я встречал. Может, это вишибовское судно? Там так у них, ну, строго. Белые штурмана. Все, в принципе, я смотрел, что большие. Тут неплохо видно. Сейчас так, параллельно вроде пока так идем, да. Параллельно, вот так параллельно, да. Тысячу метров примерно. Примерно. Здорово, ребят, принимаете, да? 25. Давайте. Подаем шпринт на корме. I think it will... Я думаю, что, наверное, следующий. Сюда пойдет, наверное, кормовой. Окей, там тоже я на корме подсказываю, как бы параллельно, не параллельно. Да, корма немножко дальше, чем нос. Выравниваемся, да. Так, 5 метров, 5 метров мо. 5 метров мо. Окей. Принято 5 метров. Бля. Еще идем 2 метра тьма.
Ну это факт. For the best it's better, да, yeah, there, but a very short line, да? Yeah? Да, смотрим. Very short spring line, it's not good. А? Да, туда закидывайте, подальше. Yes, yes. It's captain said here, we will throw here. It's captain order. From okay. Here. But now, of course, it's better. Eh? Давай, maybe, because stay now, it's okay, eh? We not go more maybe there. Maybe there. See? Давай, 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 окей. Okay. А, капитан, капитан второму, можно нам сейчас через центральный подавать или также через бортовой крайний? Окей, окей, окей. Хорошо, принято. Fuck, it's not good, а? Eh? Давай, try. Оп, окей, very good. Подождите. Окей. Окей. Крис, капитан said we will transfer the spring. Да, да, yes. Что, будем переносить тогда спринг, да? Да, да, потому что не получается. Ребят, все-таки придется переносить нам туда вот. Перенести придется спринг туда. У нас оборвется, да, да, yes. No, no, it's spring. It should be there. We put. You ask if we're not shifting anymore. No, 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 we will stay like that. Okay, maybe there. Where he is moving? It should be spring, you know, yeah?
Yeah, okay. Сейчас переносим шпринг. Ну, примерно вот такая процедура швартовки на погрузку в балкеру.